Завод имени Владимира Ильича в числе московских предприятий, развернувших соревнования за экономию металла. Вот что говорит главный конструктор завода Радин. Сейчас на нашем заводе разработана новая единая серия электродвигателей свыше 100 кВт. Низковольтный участок этой серии. Вот вы здесь видите электродвигатели этой новой единой серии. И такой же по мощности электродвигатели старой серии. Вы видите, что новая машина значительно меньше старой, хотя мощность у них одинаковая. На каждой из этих машин по сравнению с старой будет сэкономлено более 100 кг электротехнической стали и 10-12 кг меди. Почин передовых предприятий Москвы и Ленинграда за бережливость стал достоянием всей страны.